Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов и описание этих работ по книге «Великие музеи мира». Флоренс Родуэй. Портрет женщины. 1907-1910 годы. Бумага, уголь, 58/46. Флоренс Родуэй родилась в городе Хобарт, штат Тасмания, Австралия. Она с детства мечтала стать художницей, поэтому после окончания гимназии поступила в технический колледж на факультет искусств. Окончив его, девушка сама преподавала рисунок студентам и неожиданно выиграла 4-летнюю стипендию для обучения в Королевской академии Лондона. В 25 лет Родуэй вернулась из Европы и стала зарабатывать, создавая портреты на заказ. Она участвовала во всех ежегодных выставках Мельбурна и Сиднея, стала членом-учредителем Общества женщин-художников Австралии. В 39 лет вышла замуж за инженера-строителя, родила дочь, и хотя ее творческая жизнь уже не была такой бурной, тем не менее еще несколько раз участвовала в крупнейших лондонских выставках. Портрет женщины написан мастерски. Высокие скулы, бледное овальное лицо выдают британское происхождение героини. Образованная дама из прошлого, умными глазами, внимательно и спокойно смотрит на зрителя. Вот такое описание по книге «Великие музеи мира» к работе «Портрет женщины», автор Флоренс Родуэй. 1907-1910 годы. Пока-пока, до свидания. Всего хорошего.